Здравствуйте, уважаемые! С вами Александр Фадеев и проект «Территория ГИС». В этом видео мы рассмотрим вопрос рельефа с высоким разрешением. Где же его скачать? Ну, в данном случае есть такой сайт Университета Миннесоты, где есть сводка вот этих данных. Ну и давайте рассмотрим первый источник. Это источник РЭМа. В данном случае у нас рельеф разрешением 8 метров на пиксель по Антарктиде. Вот, соответственно, вот этот материал, то есть можно посмотреть на сервере. Допустим, открыть ссылочку. И здесь, соответственно, лежат файлы, которые можно скачать. Ну, давайте пойдем вниз еще. Что здесь можно найти? Идем дальше. Релиз первый. Соответственно, идет вот исходные съемки. В данном случае. И, соответственно, итоговая мозаика. И можно вот здесь скачать тайлы в shape-формате, где будут обозначения соответствующих ячеек размерами 100 на 100 километров, соответственно, с разрешением, допустим, 8 метров, хотя есть и 100 метров, и 200 метров, и 1 километр. И давайте, я уже это скачал, давайте в QGIS подключим. Вот у меня есть RMA, соответственно, давайте подключим файлик, сделаем, давайте. Так, свойства. Каким-нибудь зеленым применить. Окей. Вот что как бы имеется. Соответственно, что мы можем здесь увидеть. В данном случае, если мы возьмем и щелкнем, то, соответственно, здесь есть описание и, соответственно, вот ссылочка для скачивания. Ну, давайте что-нибудь мы скачаем такое. Так, по-моему, это станция Мирный. Вот на станцию Мирный. Попробуем. Так. Инфо. Так. Соответственно, вот эта ссылочка. 2956, да? Соответственно, нажимаем и можем скачать. Так, давайте сюда и положим. Вот, идет процесс скачивания. Размер порядка 603 мегабайт. Давайте закроем. Следующий источник это ArcticDA. В данном случае уже данное разрешение 2 метра. Давайте посмотрим. И в данном случае это северная широта, все, что выше 60 градусов. Также по аналогии есть архив. Так, релизов 7, последний, 7-й релиз, наиболее полный. И, соответственно, также исходники есть и мозаика. Ее тоже можно в данном случае скачать и использовать. Ну, тут видите, 2 метра разрешения, соответственно. Ну, давайте я ее скачал и давайте тоже добавим. Так, минуточку. Рельеф ArcticDA. Соответственно, давайте сюда. Так, свернем. До слоя, вот такой он слой, давайте поправим, да, свойства, чтобы нам было. Давайте синий, что ли, сделаем. Окей. Ну, тут то, что проекция не та. Ну, давайте посмотрим, что тут у нас есть по аналогии. В данном случае вот можно
На Питер попробовать скачать. Давайте щелкнем. Соответственно, вот ссылочка уже на Питер. То есть можно тоже скачать. Соответственно, тут у нас 2,2 гигабайта. Довольно-таки прилично. Так, ну и последний или крайний источник в данном случае это EarthDEM. Он еще пока развивается, в данном случае тоже 2 метра, но уже вот в этой полосе. От 60 градусов северной широты до 60 градусов южной широты. Вот эта полоса. Вышел пока первый релиз. И вот данных не столь много. Пока они имеют вид вот такой. Занятые территории, если так мозаику убрать, соответственно, мы можем shapefile скачать. И давайте добавим сюда shapefile. Так, rtm. Надеюсь, что данных будет больше. Прекрасно. Соответственно, меньше, то вот где у нас третий источник имеется. Разные острова и так далее. Немного Индии. Пакистаном, по-моему, граничит чуть-чуть. США есть. Ну вот, как бы, что есть, то есть. Что выберем в данном случае, какой-нибудь остров. Давайте для примера выберем. Такой остров, соответственно. И так, и вот ссылочка. К сожалению, данные EarthDEM недоступны. Только по коммерческому пока, по-моему, запросу. Но надеемся, что рано или поздно они этот доступ откроют. Ну и давайте. Я скачал вот EarthDEM на Питер, допустим, да. Вот такой архивчик. И можно его распаковать. Давайте попробуем. У нас будет. Так, и вот тут еще раз, да, покажем здесь. Вот у нас получается, вот это можно удалить, вот этот файлик. Ну, давайте попробуем его у GIS открыть, потянет, не потянет у нас. 2,3 гигабайта. Вот он. Соответственно, давайте свойства сделаем. Так, наканально псевдоцветной. Так, ну и инвертировать, применить. Окей. Так, а еще давайте свойства сделаем. Умножение. Применим. И давайте посмотрим высоты. Ну вот, после подключения, если мы посмотрим, то у нас рельеф имеется по домам. Как это улучшить? Так, давайте свойства оформления. Так, тут
умножение есть, соответственно, в OpenStreet давайте свойства оформления, давайте гамму чуть-чуть увеличим, применить, наверное, будет видно. Еще может быть чуть-чуть, да, наверное, так. Так мы смотрим, то соответственно, вот где у нас здание, есть превышение. Да? То есть вот такого разрешения, или OpenStreetMap вообще отключим, вот такого вида мозаика получается. А кстати, давайте мы просто свойство стиль другое наберем. Так, все градиенты, топография 3, ну-ка применим вот так. О, вот теперь более-менее добавим. Так, свойства. Так, установим, применить, окей. Ну-ка, давайте посмотрим. Вот таким видом более-менее можно смотреть. Да. Здесь ведь старые еще данные есть. Приморский квартал, что было старое, ведь здесь высотки у нас отчасти, где что, то есть история, данные уже устарели в некотором смысле. Так, если вам понравилось видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, комментируйте.